За безграмотную и неопрятную рекламу будут штрафовать. Накануне в городском акимате состоялось совещание, куда были приглашены бизнесмены, председатели КСК и представители рекламных агентств, которым доступно разъяснили требования законодательства о рекламе. Им еще раз напомнили, что за ошибки на билбордах и рекламных щитах можно раскошелиться на кругленькую сумму. Городской отдел развития языков еженедельно проводит рейдовые мероприятия. В гостях у предпринимателей они подробно объясняют, как должны быть оформлены вывески и витрины в соответствии с законом о языках. Вот только контрольно-надзорными функциями сотрудники не обладают. Все субъекты малого и среднего бизнеса, наши предприятия, когда они хотят вывесить ту или иную визуальную рекламу разместить, они, конечно, должны согласовывать обязательно идеологическую составляющую с нашим отделом по отделу внутренней политики города Караганды, а уже употребление закона о языках, конечно же, с, как я сказала, с отделом по развитию языков. В отделе развития языков уже сбились со счета, сколько в Караганде рекламных щитов и вывесок с ошибками. Зачастую вывески на магазинах обозначаются на одном языке, что является грубым нарушением. В зданиях многоэтажных без разрешительных документов размещаются рекламные вывески, не соответствующие требованиям законодательства, без переводов на государственном языке. В данном случае, значит, представители КСК и КСУ должны нести ответственность за ненадлежащую и незаконно размещенную рекламу. Пока же чиновники ограничивались лишь устными предупреждениями. Мы не ставим себе цель, сама цель обязательно оштрафовать. Мы сначала хотим разъяснить, помочь методически, как это делается. Однако уже совсем скоро комиссия выйдет в рейд по безграмотным вывескам. Тогда уже предпринимателям за неправильные билборды, афиши и щиты придется нести административную ответственность.